Я тут недавно в такую грязную компанию вступал. В избирательную. Что, у нас в деревне Голосуево выборы были? Так, конечно, все люди доброй воли мою кандидатуру выдвинули. Хотя у меня сейчас самая непроходная фамилия в России. Не Путин. А конкурент у меня был извращенец, подонок, тракторист Гуркин. Я почему так говорю, потому что они же Гуркины первыми компрометировать начали. Захожу как-то в клубе, в туалет. Ну, мне надо было. И вижу в унитазе свое лицо. Это, они мою фотографию приклеили, написали: продам 2 ведра наркотиков, мешок валют. Очень остроумно. Ничего, мы с моим штабом им крепко ответили. С продавщицей Дуськой договорились, так она у себя в сельпо над полками, где водка стоит, портрет Гуркина приклеила и подписала: алкоголь сделал меня импотентом. Когда вы меня выберете, здесь будет стоять только напиток Буратино. Так мужики потом Гуркина 3 дня искали, хотели его за сарай завести, чтобы его программу уточнить. Ну, тут Гуркина, как говорится, уже пошли на самые разные технологии. Иду как-то вечером по улице, никому не мешаю, навстречу девушку с магнитофончиком. Говорит: позвольте вам задать несколько вопросов от радиостанции «Эхо Тамбова». Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, были 3 самые большие преступника в истории человечества? Я говорю: ясно кто. Гитлер, Берия, Чикатило. А это какое пиво вы больше любите? Я говорю: за 7,50. В детстве страдали, когда видели несправедливость? Я говорю: почему в детстве? Я что, страдаю? На следующий день иду по площади, включается наш радиоузел, и я слышу голос Гуркина: послушайте, пожалуйста, радиопередачу, за каких гадов мы голосуем. Скажите, пожалуйста, товарищ кандидат, кто для вас всю жизнь был примером для подражания? И я слышу свой голос. Ясно кто? Гитлер, Берия, Чикатило. А за какую сумму вы согласились бы сотрудничать с иностранной разведкой? Я говорю: за 7,50. В детстве страдали энурезом? Почему в детстве? Я сейчас страдаю. Ну, мы неделю думали, как этим провокаторам адекватно ответить. И придумали. Идет как-то Гуркин мимо детского садика, а мы вот так в кустах залегли. И внезапно по моей команде из кустов вылетают 25 человек детей, и все Гуркину на шею: папа, папа. А самый маленький плачет: дядька, что ж ты наши алименты пропил? Гуркин отни в кусты, оттуда мое доверенное лицо. Затехник Михалыч тоже Гуркину на шею: папа, папа. Говорит: какой я тебе папа, харя продай. Ты ж меня на 20 лет старше. Михалыч ему говорит: запомни, голуба, не за кого бутылку поставить, тот мне и отец родной. Ну, и тут говорится, Гуркин вообще на низость пошел. Размазали, как говорится, пиаром по-черному. Позвонили в милицию и сказали, что у нас тут на свободе разгуливает опасный убийца-рецидивист. Он свою тёщу на огороде вчера расчленил и закопал. А я-то свою тёщу как раз в санаторий отправил. Приезжает ко мне участковый, я на участке картошку сажаю. Он мне говорит: ну что, глубоко закопал? Я говорю: как обычно, на пол черенка. Ну, показывай, где. Да как, где? Везде. Ну, все ясно. Расчленил старушку. Ну, короче, скрутили, отвезли меня в КПЗ. Так я в камере такую предвыборную речь толкнул, что все мужики сказали: что, через 10 лет выйдем, только за тебя голосовать будем. И тут у нас, как говорится, борьба за власть, голосуй, обострилась до предела. У субботу к дому Гуркина подъезжает весь мой штаб. 2 девера с невесткой. Жена, теща, тесть. Выходит Гуркин на крыльцо, аж побледнел весь. Тесть ему говорит: здравствуй, Изя. Привет тебе с Тель-Авива. Извини, что не приехала твоя любимая тетя Циля. Гуркин аж скривила его, говорит: порублю гадов, я ж потомственный казах.
Теща ему говорит: конечно, Изя, кто ж не помнит твоего дедушку Абрама Гуркина, атамана еврейского казачества. Мы думали, что с таким пятном Гуркин свою кандидатуру снимет, не тут-то было. Вечером захожу на ферму, вот так вот вижу за мной, виляя ведрами, заходят две доярки, Нюрка, Валька. Нюрка меня вот так вот бидоном к стойлу прижала, а Валька говорит: сейчас мы тебе, Петрович, будем грубо компрометировать. И телогрейку на груди расстегивает. Валька скрытную камеру наставляет. Я чувствую, все, конец. Приходит к моей политической карьере. Ну тут, слава богу, подмога пришла. Врывается этот перепуганный конкурент Гуркин. Прячется у пеструхи под выменем. А за ним мое доверенное лицо, зоотехник Михалыч в черных колготках. Взять в лифчике и как зарут, и где тут голубой маньяк Гуркин? Ну, короче, настал день выборов, все идет как положено, музыка играет, буфет работает с 6 утра, закуска с 11. Наблюдатели у крыльца идут стенка на стенку, и вдруг выходит председатель избирательной комиссии и говорит: все, граждане, избирательный участок закрывается, выборы объявляются недействительными. Мы с Гуркиным: как так? А вот так. Оказалось, что комбайнер Мишка Сидоренко выпал с пьяной из буфета и отдал в урну не только свой голос, но и полкило винегрета и салат оливье. Вот на этом наши выборы, голосуя, и закончились.